13 мая будет День матери. Что бы вы сказали маме, чего вы обычно не говорите? Да обычно все говорю. Долгих лет жизни и здоровья, чтобы никогда не было никаких проблем. Потому что я ее люблю. Редко говорю. Мы же такие дети сейчас современные, что немножко забываем о родителях. А что бы вы пожелали? Ну, здоровья прежде всего, крепкого. Ну, а остальное внуки и дети постараются сделать. Сказала маме, что я люблю ее, допустим, потому что я это очень редко говорю, на самом деле. Тоже это же сказала. А что бы вы пожелали? Здоровья, счастья. А что еще можно пожелать? Долгих лет жизни. Чтобы она была счастлива, потому что мы, дети, уезжаем от родителей когда-то, и хотелось бы, чтобы родители наши жили счастливо и без нас, как бы, вот, чтобы у них все было хорошо. Я тебя люблю, сказал бы чаще, чем обычно говорю. А из такого, что вообще никогда не говорил, в принципе, нет таких фраз. А что она... бы вы ей пожелали? Здоровья, самое главное. Я бы сказал ей прости. Прости, что я уделяю тебе так мало времени. Ну и знаете, вот этот день матери, он больше должен относиться не к матерям, а вот именно к детям, к сыновьям, к дочерям, потому что, ну, по своему опыту я очень мало времени провожу с мамой, и я очень жалею об этом. Ну и поэтому это будет больше день для меня, и я постараюсь с ней его провести. Что бы вы ей пожелали в этот день? Простить меня за то, что я не делаю. То, что я ее очень сильно люблю, и я ей благодарна за то, что мне подарила жизнь и то, что меня воспитывала. А что бы вы ей пожелали в этот день? Здоровья, естественно, и терпение. Ну, как у нее много деток, то чтобы она держалась. Я не знаю, хотел бы сказать маме всю правду, которую она не знает обо мне. И попросить за это прощения, за то, что я ей скажу. Потому что эту информацию, которую она получит, ей точно не понравится. Ей будет, наверное, больно. А что бы вы пожелали в этот день? Чтобы она оставалась такой. И еще у меня была такая мама. За что вы благодарны? Она мне подарила жизнь. Она мне подарила возможность стать человеком. Она мне подарила возможность, я могу учиться, я могу делать все, что я хочу. Поэтому за это хочу сказать ей спасибо. Она меня всегда берегла, и она меня будет беречь, пока она будет. Поэтому хочу сказать ей за это спасибо. И мне кажется, скажу все, как я и говорю каждое утро. Привет, мама, я тебя люблю очень хорошо. Ну, вы понимаете. Очень хорошо. А за что вы благодарны? За то, что она меня родила, растит и по сегодняшний день, и еще будет некоторое время. Что не отказывается от меня, когда я такой плохой иногда бываю. И все отлично у нас в семье. А что бы вы пожелали в этот день? Здоровья, чтобы все хорошо было как в семье, так и на работе. И всегда был успех, и все было хорошо. Самая красивая девушка, самая добрая мама. Что она самая лучшая, что она просто заботится о нас, как ни о ком другом. А за что ты благодарен? За то, что у меня мама самая лучшая, самая добрая, и за то, что она меня воспитала. А что бы вы пожелали своей маме в этот день? Хорошего Всего дня. Самого лучшего. Хорошего. Чтобы я оставалась такая хорошая, добрая, здоровая и добролюбивая. Чтобы никогда не менялась. Чтобы все было у нее хорошо и никогда нас не забывала. Спасибо большое. Спасибо.